Дикий Хокмен с Агненвуком. Они хотят крови. Происхождение гладиаторских игр до сих пор вызывает много споров. Я придерживаюсь литературных источников, где считается, что этот жестокий спорт этрусского происхождения, но и у кого не вызывает сомнений жесткость этих игр, смерть была обычным делом в играх прошлого. Если кто и умрет на этой арене, то это точно буду не я. Я не буду легкой добычей этой сумасшедшей игре, идущей на удовлетворение любитель кровавого спорта. Идеальное шоу для демонстрации энного металла потенциальным покупателям сумасшедшего ксеркса. Словно гладиаторы прошлого, я сражаюсь за свою свободу и будущее лучше умереть, чем отдать энный металл кому-либо из этой толпы. Местом для гладиаторских боев стал заброшенный хоккейный стадион. Здесь прошло много сражений за последние годы, но не таких кровавых. Двое из моих врагов встретили славную смерть в военные игры. Но оставалось выше несколько бойцов. Я не хочу тебя убивать, но убью, если потребуется. Да. Трое выбывало, двое оставалось. Я говорил однажды, но скажу еще раз, с тех пор, как мои доспехи стали частью меня, мои крылья – идеальное оружие. Длинные и крепкие, они – дополнительное оружие, идеально подходящее для избиения противника. Остается последний. Ты, благородный воин Хокмен, мой чемпионом арены, буду я, а тебя ждет смерть. Если у тебя все в порядке с арифметикой, то ты должен понять, что я уже сделал четверых из вас. Они должны были просто утомить тебя, чтобы я смог приблизить этот неизбежный момент. Этой победой я заработаю свою свободу. И я бы не строил настолько далеко идущий план. Все твои люди пали. На этом все, Ксекс. Отпусти меня. Браво, Хокмен. Это было впечатляюще. Браво. Твои лучшие бойцы повержены, я больше не вижу причин для продолжения битвы. Стража. Всегда есть за что бороться, ты ведь не забыл про свою подружку. Как ты смотришь на еще один матч? Победитель забирает все, великий Ксеркс против дикого Хокмена. Ксеркс, Ксеркс. Посмотрим, кому смерть улыбнется сегодня. Он быстрее, чем я думал. К тому же, мое тело находится на грани истощения. Фактически на ногах меня держат лишь доспехи. Нужно заработать немного времени, чтобы отдохнуть. Прошу, скажи, что еще? Это не лучшее, на что ты способен. Жаль, я думал, ты будешь сражаться усерднее за женщину. Я думал, что она тебе не безразлична. Ты даже представить не можешь, какая сила тебе дана. Ты когда-нибудь задавался вопросом, почему такое древнее оружие может победить современное зло? Вот именно. Ты будешь рад узнать, что аукцион отменен, и я решил сохранить энный металл для себя. В конце концов, эти доспехи должен носить достойный, кто-то внушительный. Пусть говорит. Нужно подождать подходящего момента. Ты хочешь увидеть, на что способны доспехи? Позволь мне показать тебе.
Скажи мне, Ксерск, ты видишь свою смерть? Видишь ее, Хнук? Картер? Пошли, Эмма, объясню позже. Ты как птица в клетке, тебе некуда бежать. Он прав, отовсюду, отсюда нет выхода. Пока нет, но раскопки в пещерах научили меня тому, что иногда лучшее решение сделать выход с помощью мощной взрывчатки. Что ты сделал с моей броней? Держись крепко. Что не так? Ты же сказал, что сегодня придешь его на свободу. Хаукмен, Хаукмен. Увидимся в следующей жизни. Нет, постой. Я сильно избит и ослаб, Эмма, и я обязана жизнью Энному Металлу. Это великолепное оружие. Уверен, мой побег не изменил планы поклонников успехов. Или Ксеркс. Уверен, это последняя наша встреча. Мы еще встретимся, Халкман, и в тот день ты попадешь к ногам Ксеркса, и я отправлю тебя в Чинвэп. На следующий день я снова вернулся туда, чтобы поискать какие-нибудь зацепки, ведущие к моим поклонникам. Или откуда они знают про Энный Металл. Но ничего не нашел, кроме неотвеченных вопросов. Это уже в порядке вещей. В археологии терпение есть добродетель, но за несколько долгих дней я обнаружил очень мало. В такой ситуации даже мое терпение на исходе. Королевский металл расположен в квартале от верфи. Я вернулся. Эмма Арина превратилась в тухлое яйцо, зато я заказал нам билеты на грузовое судно. Отплывем через час. Теперь, когда ты многое обо мне узнала, мы могли бы путешествовать и по-другому, но сейчас я не хочу привлекать лишнее внимание. Все это так невероятно, Картер, у меня только один вопрос. Теперь я твой помощник. Это сделало бы мою личную жизнь чудесной. Я объяснил Эмми, что ее ждет бурная личная жизнь. Теперь, когда Ксеркс и мои поклонники знают о нашей связи, она в опасности. В другом месте. Я пытался сделать это цивилизованным путем. Ксеркс потерпел неудачу, со мной такого не случится. Связаться с Керубимом Мангримом. Сэр. Энна Металл в настоящее время заинтересован на несколько сторон, однако им не хватает ресурсов, чтобы забрать его у мистера Холла. Он все лучше с ним обращается. Боюсь, нам понадобится как минимум батальон, чтобы справиться с ним. Будьте уверены, Энна Металл будет нашим в любом случае. Это уже предрешено. Я не верю в судьбу, я верю в хорошо отлаженные планы. Вам стоит помнить об этом. Планы, возможно, запланировать судьбу. Ох, постой, он похож на нашего парня. Клиент ничего не говорила о подружке ястребе. Что это, романтический круиз? Как интересно и ново. Вау, капитан Стубинг. Он разрешил им зайти на борт? О чем я думаю? Это больше похоже на сериал «Остров Киллигана». У нас есть информация о профессоре и Мария. Картер Холл, готовься к роковой поездке, ведь судьба Пайка убить Халкмена.